Композитор Бетховен Людвиг Иванович, предлагаю вашему вниманию улучшенный вариант опуса под названием «Афинские развалины». Партию фортепиано в нашем сегодняшнем концерте исполняет наш концертмейстер Виктор Викторович Терпеливых. У виолончели, не побоюсь этого слова, выдающийся виолончелист, виртуоз, ваш покорный слуга Аполлон Аполлоныч Переделкин. Музыка, как я уже сказал, покойного Бетховена в исполнении ныне здравствующих соавторов. Прошу, мой юный друг. Под чарующим смычком мастера превращается в нечто неузнаваемое. Послушайте итоговую сюиту. У виолончели, собственно говоря, автор, у Виктора Терпеливых рояль. О, прошу прощения, у рояля Виктор Терпеливых. Thank you.
что мне сегодня, чувствую, крупно повезло. У меня сегодня такая образованная публика, с которой я, лично я, как мастер интеллекта, могу говорить совершенно не задумываясь. Видели? Говорить и одновременно думать – это вообще практически невозможно. Не задумываясь, говорю и я. До новых встреч, друзья!